Добрый день, меня зовут Константин, я представляю компанию Vigilon. Здесь мы хотим вам рассказать о нашей системе. В первую очередь о камерах JPEG 2000, профессиональных камерах 29 мегапикселей, которые используют полную матрицу, работают с EF-объективами, и благодаря чему мы получаем высокую четкость. Многие спрашивают, возможно ли показывать эти камеры через интернет. Работают ли? Пожалуйста, здесь у нас камера 29 мегапикселей из Киева. Здесь у нас камера 16 мегапикселей из Финляндии. Мы можем видеть не только общую картинку, мы можем делать дигитальный зум и получить номер автомобиля. Также необходимо обратить внимание, что Avigilon это не только камеры высокого разрешения, но и программное обеспечение, которое позволяет очень удобно работать с тем изображением, которое вы получаете. Выберем данную камеру. Выберем какое-то время, которое нас интересует. И, допустим, нас интересует, когда приехал сюда вот этот автомобиль. Нажимаем поиск, и система начинает искать наши базы данных, проезжая кадры. Мы получаем, здесь уже еще машины нет, здесь уже машина появилась. Идем глубже в архив. Глубже в архив, мы видим, что уже машина появилась. Выбираем, открываем в живом виде. Пожалуйста, это запись. Делаем дигитальное увеличение, получаем номер автомобиля.